Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чалаха, где он рассказал о том, как... Ну, я думаю, если образно говорить, мы уже нас заглотили уже наполовину, исчезаем в пасти китайского дракона, значит, по старшему брату опять под тяжелую руку идем и так далее. Поэтому единственный путь спасения суверенитета, единственный путь как-то вытащить из кризиса, из нищеты казахский народ и народ Казахстана, это, значит, обобществление собственности, возвращение вот всех стратегических отраслей экономики под народное управление, то есть вот именно корпорация, которую Назарбаев уже создал, но она просто семейная и международно-олигархическая. Теперь ее надо просто вот этот принцип дальше двинуть, примириться с народом, вот этой кучке олигархов, примириться с народом через, вот не, там не 10% кинули, да, кость, а именно хотя бы 50, первый этап, 50% вернуть народу, чтобы ценообразующих системных компаниях, монополистах, сидели представители народа. Тогда они не будут односторонне повышать за счет народа вот эти цены на транспорт там, и так далее. Они вот уже ведут социальный взрыв через вот эти цены, там постоянно растущие тарифы, там, безработицу, теперь вот пенсионный крах намылился, то есть покусились уже на святое. Поэтому если мы не хотим киргизского кровопролития, единственный путь это вот национализация, именно вот не отрицая того, что сделал Назарбаев, а просто развивая, дополняя мирный путем. Тогда он может легализовать свои капиталы, свое честное имя, так сказать, оставить и, так сказать, спасти суверенитет. Если же он будет вот так двигаться, то проклятие обрушится на его голову и современников, и потомков. Это 10 миллионов казахов, никто не простит ему вот потерю суверенитета.